насущный вопрос, можно ли давай. Подниматься на коленках. Если вас он когда-нибудь интересовал, то вот, можно. Это больно. Это больно. Все. Выглядит это очень смешно. У меня, короче, есть очень много заданий различных. И в целом я в ресурсе, я готова работать, но я не знаю, какое задание мне выбрать, чтобы поделать. Поэтому я просто сижу и втыкаю. Потому что я, правда, не знаю, то ли мне поделать домашку на завтра, то ли мне поделать штуки на конкурс, и еще надо одну штуку поделать. Не знаю. День начинает налаживаться. Супер. У меня наушники как талисман. Угу. Я их обычно не заказала чехол? О, давай сейчас закажу. Ты вчера сидела, что-то не заказала-то. Не смотрела, сидела. Я мямля, потому что. Мне надо сначала обдумать это решение. Потому что... Что? Импульсивные покупки. Это чехол, чтобы... Закрывать наушники от повреждений, это, по-моему, да. Не очень импульсивно. Пришли на стоп. Тань, скажи привет. Она меня сегодня водой забрызгала, прикинь. Зачем? Вот это вот сука. Зачем? Да, она херанула банку с водой. И не вытрала ничего. Ничего не вытерла, и все на меня попало. Избежала. Ульян, тебе стыдно? Ей не стыдно. Ей не стыдно. За что? За то, что ты пролила воду и сбежала. Я извинилась уже 100 раз перед всеми. Вы что, офигели? Ну я же тебя просила. Да? Но запомню. Но запомню. Да. Если покушать или посмеяться, мы всегда за. А вот эти дети наши? Мы не за. Наши пупсы. А? Наши пупсы. Мы отправляемся. Так. Мы отправляемся на мастер-класс. Делать мастер-класс. Сами не делали ни разу. Что мы собираемся делать? Ульяна там сидит что-то. Вот. Ой, что-то мне кажется, я не то делала. Что вы мешаете, вот как вы съемки? У нас это все поработает. Сейчас дети зайдут. А чему парень, научила? Парень. Ничего нет. Они уже еще и горел этот. Да. Фу, бля. Не надо. Горел его нормально. Итак, когда у нас момент печатания? Ну так, чуть-чуть, на полшишечки. Дайте денег на нормальный спарик. Чего, покажи. Обзор. Даже не знаю. Такая милая. Уже зажевана. Зажевана. Что-то там да. Есть, но нифига нету. Чем богатый? Да. Блин. Надо цвет темнее брать, ну, просто. Да. В целом, как... Надо красный, на розовый красный надо. Либо черный, они же эмари. О, я видела этот чехол. Эмари. Они там все тут сказали, что они все черные. Да. Супер. Вот если бы я была ребенком и сейчас попала на мастер-класс такой, я бы не знаю, что выбрала. Мне было бы тяжело выбрать. Я бы
Давай, Полина, давай. Да, голову меня. Так, дети, их 29-30 человек. Ну, нормально. Ну, примерно по 15. В смысле, сначала на экскурсию сижу, потом к вам. Чтобы вы сейчас помыли, когда приготовились. Нормально? Полчаса у вас есть на приготовку. А что, как бы, мы даже научились. Ира Васильевна, передайте привет во влог. Всем привет. Кирюша, где ты, мое солнышко? Мой любимец, маленький. Кирюша, мы без тебя очень скучаем. Стаканчик. Вот вот, волейболист. Девочки, идем, я сначала. Я совсем справилась, затащил. Да, Полина, вообще не говори. Я тоже. Ну, Наля, ну, стакан стоит. Блин. Давайте, давайте. Работаем, работаем. Даша, ты вообще что стоишь? Не а я вообще делать. Помогала в самом начале. А, дала ключи, сказала. Ну, вы там это... Закройте, уберете все. И все. Я думаю, деканат. Мы заканчиваем мастер-класс и... Что ты сказала? Ой, ты что делаешь? Ты побереги, Бога побереги. Так вот, мы потом сходим в магазин и нарисуем. Я тоже пойду. Представим, что Полина... Балихметова набойка. Ладно. Набойка. Она ковбойка, а не набойка. Набойка Панина. Того пацанка. Все-таки набила. Это страшно. Почему? Кто? Ну ты прямо это... Почему? Ну ладно. Такое яблоко сидит на кресле. Кирилл, покажи свою. Кресло – ваш дизайнерский дом для вашей собачки. Как тебе? Супер. На моем идее, как будто бы игрушечное. А у меня кресло в модный дом, да, что ты хочешь? Ну да. Так, короче, если приглядеться, это не линия, а типа вот это красное, это точки. Типа она 1000 точек выделила, даже больше. У меня все зависло. Так, Полина. Меня все равно напрягает, что тут за дрянь. Я не смотрю. Резерв наносится, но это тоже надежный штиф. Там тоненький. Когда надежный штиф, тот я принесу завтра. Он работает с воском. Вот. Там тонкая. Пути Господни. Точка. Ну, линия. В основном, забудь, что я здесь. Так же, как вы вдохновляете меня и большого рыжика. Душа у всех живая. И мне бы очень хотелось помочь вам. Кипящий барашек, если взять. Все, тяжко, тяжко. Господи, что? Я твою
И подражаем. Для развратников тирана. Все работает. Да, это все работает. Да, нормально. Ой. Поздравляю, Поляночки. Ура. Закрутится, как бы, да, как говорится. То есть либо стать совсем маленьким поселением, либо еще. Так, у нас гача. Мы зашли в магазин «Твоя полка». Пила сережки. Они купили гачу. Геншоновские. Кто из вас играет-то вообще? Знаете, как кровать тут? Перевернутый, вот так переворачивай. Да, сейчас надо открывать вот так, задом. Давайте, давайте, гача, гача. Вот СССР, это ебать. Ура, ура, я выиграла. Звездочная. Наконец-то я выиграла. Хоть в чем-то. Это, мне кажется, моя последняя визия. Но ничего, я рада таким карточкам. А вы хотите поменяться? А кого ты хочешь? Я хочу Горика. Ну, ни у кого нет. У нас вторая партия. Вторая партия. Они не умеют останавливаться. Давай. В море азарта. Круточки мутятся. Давай.